Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова – один из крупнейших государственных вузов области и учебно-научных центров региона. Особенностью Западно-Казахстанского государственного университета имени Махамбета Утемисова является его богатейшая история. Это один из старейших вузов Республики Казахстан. В 2017 году наш университет отмечает свой 85-летний юбилей. За эти годы университет вписал немало славных страниц в биографии области и всей республики. Среди выдающихся выпускников вуза известные общественные и государственные деятели, сенаторы Габасов, Айтимова, Какишев, мажилисмены Тарасенко, Утемисов, экс-премьер-министр Тасмагамбетов, академики Тайманов, Нафигов, Жилещиков, дважды герой Советского Союза Леонид Беда и многие другие. Научные школы, созданные в вузе, широко известны в Казахстане и за его пределами. Большой вклад в развитие науки внесли такие выдающиеся ученые, как Тайманов, Иванов, Жумалиев, Агилеу, Имангалиев, Рызбеков, Абузяров, Мухамбеджанова, Мендалиева и многие другие. В настоящее время в университете работают 24 доктора наук и более 150 кандидатов и докторов PhD. Ведутся исследования по педагогическим, физико-математическим, биологическим, историческим, химическим, географическим, экологическим, филологическим, экономическим, социально-политическим направлениям. Западно-Казахстанский государственный университет имеет широкие международные связи и получил признание за рубежом. Ученые университета тесно сотрудничают в рамках грантовых финансируемых проектов и международных научно-исследовательских консорциумов с коллегами из ближнего и дальнего зарубежья, из Великобритании, Германии, Австрии, Турции, Польши, США, России. Реализация принципов Болонского процесса, сотрудничество с международными организациями, академическая мобильность, география которой охватывает ближние и дальние зарубежья, все это является результатом нашей работы по вхождению в мировое научное и образовательное пространство. Зарабстану география факультетных ғылыми білім беру қызметі биологиялық, химиялық, географиялық және экологиялық бағыттағы бәсекеге қабілетті ғылыми педагогикалық кадрлар дайындау болып табылады. Қалыптасқан ғылыми мектептер, ғылыми потенциал және заманауи ғылыми техникалық база профессор-оқытушылар ұжымы мен факультеттің жас ғалымдарының гранттық шаруашылық келісімшарттық негізде ғылыми зерттеулер мен инновациялық жобаларды дайындап, іске асыруға мүмкіндік береді. Сегодня для ученых Республики Казахстан открылась новая, уникальная возможность сотрудничества с мировым научным сообществом благодаря созданию международной виртуальной площадки G-Global. Our graduates are dominated in educational and scientific spheres, in media, public services, domestic and foreign companies of different profile. The use of philological faculty is for G-Global. Международная интерактивная площадка G-Global, инициированная лидером нации, президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, объединяет представителей 140 стран, аккумулируя опыт как мировой элиты, так и молодежи, и заявила о себе как крупнейший проект современности. Интеллектуальный потенциал есть главная сила человечества, и научная творческая мысль является авангардом этой силы. Қазақстандық ғылыми әлеуетті дамыту мақсатында пайдаланып отырған G-Global ортасының берер пайдасы мол. G-Global ортасының толығына үлес қоса отырып, мемлекеттік университеттің физика-математика факультетінің жастары G-Global-ды қолдайды. Именно молодым ученым присущ свежий, незамутненный взгляд на самые насущные проблемы развития страны. Молодежь нашего университета, студенты, магистранты, молодые преподаватели и докторанты принимают активное участие в первом республиканском молодежном конкурсе «Молодежь за G-Global», тем самым получая возможность проявить себя и внести свой вклад в развитие нашей Родины, Республики Казахстан.